Адам Джерим провел объезд социальных объектов Северского района. Вместе со своими заместителями, руководителями служб осмотрели школы, дома культуры и прочее. Комиссия посетила школу номер 3 в станице Крепостной. До 1 августа здесь заменят оконные блоки и проведут капитальный ремонт кровли. Также проверили качество выполненных работ в школе номер 23 в станице Калужской. В здании провели капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения, пожарного водопровода, а также заменили плиточное покрытие пола и стен в горячем цеху. Работы выполнены в полном объеме. Уже в сентябре дети смогут приступить к занятиям. После осмотрели строящийся офис врача общей практики. На данный момент ведется кладка стен. Объект готов на 35%. Работы планируют завершить к 30 сентября. В селе Львовском посетили два объекта. В Доме культуры отремонтировали фойе, заменили окна, двери, привели в порядок стены и потолки. Также обновили информационные стенды. Работы проведены за счет местного бюджета и спонсорских средств. Адам Джерим остался доволен качеством ремонта. Всегда нужно обновлять, особенно Дома культуры наших. Но мы должны понимать, что и других поселений тоже нас люди ждут. Особенно Черноморское поселение. Ну, на протяжении уже многих лет мы не можем никак и в программу вступить, и в финансирование выбить. Поэтому я думаю, что в этом году то, что мы уже проговорили, сделаем. И в других отдаленных хуторах, селах тоже люди ждут. В завершении посетили универсальный спортивный комплекс. По состоянию на сегодняшний день выполнено строительство здания, внутренняя отделка, подведены инженерные коммуникации. Также в ближайшее время облагородят прилегающую к комплексу территорию.